Героические подвиги советской армии, история в цифрах и датах – тема для очередной встречи по интересам проекта «Химки. Интересно жить». Специалист Иван Хопов собрал вокруг себя учащихся школы номер 26 и всех желающих, чтобы поведать о неизвестных или малоизвестных страницах истории, о том, как проходила битва за Москву в самом начале Великой Отечественной войны. 20 октября по решению Государственного комитета обороны столица и прилегающие к ней районы были объявлены на осадном положении. К тому времени Москва преобразилась, стала прифронтовым городом, ощетинилась стальными башлотанками и ежами. Экскурс в историю приурочен к 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Людмила Глушкова пришла на встречу вместе со своим сыном, учеником 5 класса. Химчанка уверена, об этих страницах истории должен знать каждый. Сегодня я пришла, потому что действительно для меня эта тема близка. У меня на войне воевал дед, он прошел 3 войны. И то, что он рассказывал, очень многое сейчас я услышала вот в той лекции, которую мы услышали. И мне очень хочется, чтобы об этом знал также и мой сын. И самое главное – увидеть заинтересованность в глазах своего собственного ребенка, потому что это наше поколение следующее, которому жить и которое просто обязано знать свою историю. Человек, который не знает истории, ни для кого не секрет, у кого нет памяти, у того нет будущего. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей и активно поддерживается администрацией города. За год встречи по интересам стали визитной карточкой Химок. О ближайших мастер-классах можно узнать из газеты «Химкинские новости» и на специальном сайте. Данный сайт можно сразу же найти в поисковике. Чем он хорош? Это, во-первых, вот особенно молодежи касается, во-первых, можно сразу посмотреть, где какие мероприятия и по интересам будут проводиться, потому что по интересам календари, районы, отчеты. Ну, интересно то, что фотогалерея. Можно каждый себя увидеть в этой фотогалерее. На сегодняшний день уже состоялось 3800 встреч по интересам, которые посетили без малого 80 тысяч человек.